Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, Алена. Собственно, даже не вопрос, а текст, который вы написали, достаточно маленький, текст небольшой, вот, с довольно небольшим, на мой взгляд, объемом информации про вас. И собственно, текст получился таким, какой вы себя описываете. Вы говорите, что бежите постоянно куда-то, переезжаете в поисках счастья. Вот. И, собственно, текст получился таким же. То есть, как вот бегло по жизни ведет, так вот, вот такой текст получился. Но мне думается, что бежите вы от себя, но если человек куда-то может бежать, он бежит только от себя. Вот, и на мой взгляд, вы делаете именно это. На мой взгляд, вы пытаетесь бежать от себя, но другое дело. Получается, вас нет. Вот, на мой взгляд, что нет, нет, там, да, ну. А тот факт, что вы чувствуете определенный кризис, это, конечно, свидетельствует именно о том, что бегство начинает, ну, замыкаться само на себя. Вот. То есть, ну, когда человек, ну, как бы, бегство, оно начинает откуда вы начали бегство, туда же вы и приходите. Вот. Поэтому мне кажется, что вот ключевой момент в том, чтобы выявить то, от чего вы бежите. Вот, от чего, куда бежите, зачем. Ну, зачем, не так важно, а вот как происходит у вас процесс бегства. Вот, это, конечно, очень важно. А также очень важно то, что вам, ну вот, вы, значит, несчастны. То есть, условно говоря, переезжать можно, вот когда человек переезжает куда-то, да, переезжать можно, будучи счастливым, ну, образно говоря. То есть, что это значит? Что это значит? Это значит, что можно переезжать, ну, собственно, как бы продолжая, пролонгируя свое чувство счастья. Чувство, что вам хорошо, чувство, что вам здорово, чувство, что вам прекрасно. Вот. Можно делать наоборот. Можно, будучи несчастным, время бежать. Как это делать? Что происходит? Происходит то, что по факту вы вот что-то вас на постоянной основе делает несчастным. Что-то. Вот. Ну просто вот что-то вас на постоянной основе делает несчастливым. Ну, образно говоря. Вот. И вы, как мне кажется, не знаете, что вам вообще вот с этим делать. То есть, ну, вы, ну, вообще вот, вы не очень понимаете, что вам с этим делать.
Вот, вы не знаете, как с этим справляться, и так далее. Вот. Ну вот, наверное, задача наша, задача психологов, наверное, как раз вот заключается в том, чтобы помочь вам увидеть свою вот некоторую такую, ну, я бы сказал, некоторую проблематику, да, наверное. Вот, и в этой проблематике уже найти себя, найти, ну, то, что вы потеряли, условно говоря, то, что вы потеряли, вот то, что то равновесие, которое вы в себе потеряли. Вот. Мне видится так. Мне видится такой, ну, мне таким видится ответ на ваш вопрос, по крайней мере. Вот. А у другого, в общем-то, способа, да, найти себя не только исследование. Только исследования, только только психотерапия, на самом деле. Если вы хотите измениться, если вы хотите поменяться, если вам это интересно, вот, ну, на самом деле, если вам это интересно, то, ну, в таком случае вам можно и нужно обращаться, да, к психотерапии, да, помощью, вот, чтобы в ее процесс, вот, процесс исследования, чтобы это, ну, исследовать, чтобы это изучить, вот, и, соответственно, чтобы вы могли лучше себя понять. Но, скорее всего, вы будете от себя бежать, скорее всего, вы будете от себя убегать, скорее всего, вы будете сопротивляться, потому что бегство у вас не случайным образом появилось, ну, то есть, вы не случайным образом начали бежать, словно говоря, да, это определенная такая сложившаяся позиция, определенная ваша сложившаяся стратегия жизни, вот, и у нее, у этой стратегии жизни, ну, как бы, естественно, на мой взгляд, что вы привыкли, вот, ну, как бы, так жить, вот. И сразу вы от этого не откажетесь. Ну, это, на самом деле, было бы наивно ожидать такого, что вы откажетесь от этого сразу. Вот, поэтому идея заключается в том, чтобы вот помочь вам потихонечку себя поисследовать, вот. Потихонечку себя поисследовать, потихонечку себя изучить, вот, потихонечку себя понять, попонимать себя, что называется, вот, ну, что правильно было бы, наверное, сказать. Вот, и дальше уже смотреть,
каком направлении вы хотели бы двигаться. Вот. А мне кажется, это было бы наиболее ну, таким адекватным решением здесь, в этой вот, ну, в этой вот ситуации. Вот. Ну, другой вопрос. Хотите ли вы этого реально? Вот. Другой вопрос. Хотите ли вы этого реально? Потому что, ну, как вы задали свой вопрос, да, в каком-то контексте был задан, вот, все-таки в какой-то степени вызывает вопрос относительно того, хотите ли вы меняться. Вот. То есть, ну, поймите правильно, да, не то, что вы прям должны меняться. Вот. То есть, ну, я не хочу сказать, что вы должны именно должны, нет. Просто если вы обращаетесь за помощью вот именно ну, с целью, чтобы что-то реально в своей жизни поменять, да, то нужно с вами познакомиться, вот, нужно вас изучить, нужно вас как бы, ну, получше узнать, вот, и тогда уже тогда, я думаю, можно будет что-то сказать, и когда вы сами сможете, ну, условно говоря, понять, вот, от чего вы бежите, скорее всего, вы бежите от неких противоречий, которые вам сложно выносить. Вот. Скорее всего, вы бежите от некоторых болезненных ощущений, вот, от некоторых болезненных чувств, которые у вас есть, вот, и с которыми вы просто не умеете справляться, ну, не умеете обращаться, не умеете справляться. Скорее всего, не умеете обращаться просто. То справляться не совсем правильно, ну, не совсем корректно, будет сказать. Вот. Вот это то, что, в принципе, наверное, можно было бы вам ответить, ну, с точки зрения вот именно, ну, именно психологии, да, психотерапии, ну, по крайней мере, вот, так как это делается в, ну, условно говоря, там, в направлении психотерапии, которая вот, ну, которая мне близка, скажем так. Вот. Это вот то, что можно вам сказать, ну, то, что я могу вам сказать сейчас. Вот, то есть решать тут, конечно, вам, да, то есть, ну, условно говоря, вам решать. Вот, вам решать, ну, в каком направлении вы будете двигаться, вот, и будете ли вы двигаться вообще. Вот, пока что подумайте, чего вы могли избегать, каких чувств вы могли бы избегать, да, и как эти чувства вы могли бы выдавить, отреагировать и так далее. Как вы могли бы, ну, может быть, прийти, вот, я думаю, может, такой правильный, ну, такой вопрос был бы интересен. Вот как вы могли
прийти, как вы приходите к такой идее, что счастье, оно где-то вот, ну, находится где-то счастье. То есть счастье не у вас, да, не у вас, а внутри. Не у вас там счастье. А счастье именно вот где-то находится, где-то во мне. Вот я бы хотел, чтобы вы, конечно, постарались бы на этот вопрос ответить. Это достаточно важный момент, это достаточно значимый момент. Вот, ну, потому что это немного не мало. Ваша позиция, вот, и мне кажется, что в ней наверняка есть, есть позитивные аспекты, то есть есть что-то такое позитивное, что-то конструктивное есть в этом, вот, безусловно. А есть что-то деструктивное, что-то, что вот вас, как бы, ну, словно там говоря, сбивает с пути, где вы являетесь, ну, по факту, сами собой, да? Вот, и мне кажется, что на это вам нужно обратить свое внимание. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот. Это, пожалуй, то, что я хотел бы вам сказать. Сейчас, с точки зрения вот психологии, да? То есть это то, вот, над чем вам по моему мнению, стоит подумать. Ну, как минимум. А дальше уже будет, ну, условно видно. Да, дальше уже будет условно понятно, какую сторону вы хотите. Значит, какую сторону вы хотите развиваться? Ну, вполне может быть, что вам это будет, ну, не совсем по душе. То, что откроется, например. То есть вполне вероятно, что вам будет не совсем по нраву вот то. Туда, куда может завести вас психотерапевт. Вот поэтому там нужно, как мне кажется, иметь это в виду. Вот, потому что ситуации разные бывают, и психотерапия, она не признана для того, чтобы делать жизнь человека проще. Вот, психотерапевт говорит, чтобы делать человек сложнее. Вот, поэтому могут быть разные варианты, и мне кажется, что такой путь, значит, ну, путь, значит, изменения своей жизни. Мы нужны с того, чтобы психолога, с которым вы будете работать, психотерапевтом, сделать вот кем-то вроде своего отцовка на этом. То есть, грубо говоря, островок. Такой вот островок безопасности, островок
какого-то такого уюта, того спокойствия, того защищенности, вот, то есть начать как-то вот ощущать ощущение, что нигде вы себя в безопасности не ощущаете, ну, как и любой, наверное, человек, который от чего-то убегает на постоянной основе практически. Вот, поэтому тут, конечно, момент такой достаточно, ну, достаточно важный. Вот. Все, в принципе, на этом, я думаю, можно было бы закончить. Там сказать больше особо нечего, воду лить тоже не хочется. Хочется пожелать вам мужественности, да, вот, хочется пожелать вам все-таки не идти по привычному пути, а вот идти туда, где непривычно. Мне кажется, что вы это, ну, вы это достаточно легко можете определить, вот. Ну, я имею в виду, когда привычка, когда нет, то, что вы делаете. И соответственно, двигаться вам нужно вот как раз туда, где вам непривычно, потому что только движение в непривычной модели поведения, да, а вот где вам страшно, где вам неловко, где вам психологически дискомфортно, вот там примерно там лежат ответы на вопросы, которые вы задаете. Ну вот так вот, в принципе. Вот. Это то, что я хотел, наверное, сказать вам. Вот. А на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы. Надеюсь, что то, что я сказал, сформирует у вас некоторую обратную связь, вот, которую вам захочется выразить, которую вам захочется высказать, которую вам захочется как-то реализовать. Вот, и это, я очень надеюсь, послужит основой, я надеюсь, это послужит началом для психотерапии. Я надеюсь, что это послужит началом продуктивной, плодотворной работы над собой, и вы сможете измениться так, вот, как вам того бы хотелось. Вот. Удачи вам, всего самого доброго.